Вся жизнь Леонида Викторовича Худобина связана с наукой и университетом. За свою жизнь профессор написал множество работ, подготовил не одно поколение инженеров. Под его началом в Ульяновском техническом университете заработала кафедра технологии машиностроения, которой он заведовал более 40 лет. Сейчас ветерану 95. Создав экспозицию научной школы Леонида Викторовича Худобина, сотрудники университета выразили свою признательность ученому. Сегодня мы впервые открываем такого рода часть мемориального проекта, а именно экспозицию научной школы. Поэтому я вас поздравляю всех непосредственных школьников, которые здесь собрались, которые считают себя участниками этой научной школы, всех собравшихся с этим замечательным событием. На выставке представили плакаты с биографией профессора, его научные труды. Также на стендах портреты его талантливых выпускников, уже с их достижениями. Научная школа Леонида Викторовича является рекордсменом по числу выпускников с учеными степенями. Профессор Худобин подготовил 9 докторов наук, 50 кандидатов и более 3000 инженеров. Написал более 800 научных работ, по которым учится до сих пор. Большинство руководителей, так же, как вот мои коллеги сказали, закончили машиностроительный факультет. За все 80 лет выпустили не только руководителей, но и прекрасных конструкторов, которые внесли вклад в развитие автомобильной промышленности. За разработку научно-технических основ и создание комплекса безотходного применения технологических жидкостей при обработке металлов в 2004 году правительством Российской Федерации Леониду Викторовичу была вручена премия. Преподаватели и студенты политеха и сейчас ведут активную научно-технологическую деятельность. Напомним, в 2020 году ВУЗ вошел в научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Деятельность подобных центров находится под патронатом полпреда президента ПФО Игоря Комарова. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, УПрав.ТВ.